краевом онкологическом диспансере прошла редкая операция. Ее провели беременной женщине с диагнозом рак груди. Ей сделали кесарево сечение, сразу следом мастектомию. Вся операция длилась 4 часа. Роды проводились со спинальной анестезией. Роженица находилась в сознании. На свет появился мальчик ростом 52 сантиметра и весом более 3 килограммов. Малыша сразу осмотрели врачи. По предварительным данным, ребенок здоров. А маме мальчика провели удаление пораженного опухолью органа. Сейчас женщина находится в реанимации под наблюдением. Ее состояние стабильное. Как отмечают врачи онкодиспансера, подобные операции проводятся 5-6 раз в год. Во время беременности женщина проходит углубленное обследование и узнают об онкологическом заболевании, которое пока не проявило себя. Медики берут подобные случаи под особый контроль и в конце беременности проводят такие двойные операции. В принципе, у нас эта технология отработана. И много лет мы вот ей пользуемся. И у нас роды бывают в разных отделениях. В абдоминальном отделении, в урологии, в гинекологии, в маммологии. Существует у нас специальная комиссия, куда представители медицинского университета входят, наши специалисты, все ведущие. Да, и мы на этой комиссии обсуждаем, вырабатываем план ведения данной пациентки.